Барабанщик сняли? Новогоднего автокарнавала вообще не было. Он дает пространство для творчества. То есть ограничений, как нарядить свою машину, нет. Чем? То ли игрушками елочными, то ли еловыми лапами, то ли специальными наклейками, картинками, гирляндами, со светом, без света. То есть никаких ограничений нет, полный простор для творчества. Так. Мне бы очень хорошо. Приехали, видите, на каких ретро-машинах. Хотим показать себя. Что это у вас за автомобиль, расскажите? Это машина ГАЗ-67. 49-го она. Автомобиль называется «Автомышка», Дом культуры «Гамма». И надеемся на победу в этом замечательном конкурсе. Ура! Очень рады, что он состоялся. И очень много участников. Ура! С Новым годом! Пусть мышка принесет всем счастье, здоровье и любовь. Смотрим оригинальность идеи, смотрим красоту, эстетику, смотрим для того, чтобы людям было смотреть интересно и как бы качественно выполнение работы, чтобы не просто была какая-нибудь одна серебристая ленточка, а чтобы была идея.
на сцене тоже появился. Ну что ж, передаю. Наталья, давайте вы меня заберете. Заслуженные овации, награды. Я думаю, что многие сфотографировались, наверное, успели с его фигурами. Очень креативно подошел к вопросу. И огромное спасибо от нас, от всех. Ярославль также получает диплом за участие.